С осмотра недавно построенного торгово-развлекательного центра «Лужайка». К владельцам этого торгового предприятия нареканий не возникло. А вот к руководству торгового центра «Конструктор» вопросы есть. В частности, по поводу благоустройства. Оно здесь пока не везде. Далее делегация проследовала по Старокашискому шоссе в сторону города Видное и остановилась в деревне Опаренки, которая на сегодняшний день находится в самом плачевном состоянии. Здесь, среди многочисленных мелких торговых точек, размещено много хаотичной рекламы, которая висит незаконно. Да и территория некоторых магазинов не благоустроена. Это мусор, откровенно говоря. Там даже выдать разрешение не представляется ни при каких условиях возможно. Если речь идет дальше о стационарных рекламных конструкциях, которые будут стоять на земле, значит, надо вносить их в схему. В схему мы либо их не вносим, либо мы вносим их, соответственно, там делаем нормальные рекламные стелы. В завершении рабочей поездки делегация направилась в администрацию Ленинского района, где состоялось совещание по итогам осмотра торговых территорий и законности установленной наружной рекламы. Олег Хромов дал распоряжение навести порядок в сфере рекламного пространства муниципалитета и обязал владельцев коммерческих предприятий благоустроить свои территории. Было принято решение создать рабочую группу по контролю за деятельностью объектов торговли. После совещания исполняющий обязанности главы города Видное Александр Усков совместно с сотрудниками администрации поселения посетил советский проезд, который планируется сделать пешеходной зоной. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.